Мы дошли до нашего участка. Муж открывает калитку. Сейчас сразу побегу в теплицу открывать все. Стоит жара. Не знаю, боюсь заглядывать даже туда. Но что делать? В первую очередь туда помчусь. Посмотрим, что нас ждет. Ужас ужасный или более-менее что-то там. Что там происходит? Страшно представить. Ой, мама, ой, бедолаги. Сварились. Вот есть. Ой, отсюда пекло аж, как в парилке. Все тут засохло. А тут шкалы не хватает. Ой, все запотело даже. Так, но это я привяжу, подниму. Она, конечно, оклемается. В ящиках все тоже засохло. Надо срочно полить. Я надеюсь, что это все отойдет. Но им ужасно жарко. Пойду открывать с другой стороны. Сразу же открыла дверь на распашку. Им сейчас полегче будет. Буду все поливать. Все, вот сейчас сквознячок будет. Ой, и тут, знаете, вот как заходишь, и такой жар в тебя, как в парилку в бане. Точно так же. Та же история. Смотрите, все перцы уши повесили. Лишь бы они не засохшие, они отойдут. Огурцы повыше стали. Их притеняют бутылки. Может, им и тут земля близко, и не так жарко, как этим растениям. Ой. Да, сегодня утром в тени на градуснике было. В квартире там на улице. Улично. 22 градуса в тени утром. Надо думать, сколько сейчас. Вот. Вот, смотрите, все у меня поникло, пожухло. Но я, конечно, буду надеяться, сейчас их приведу в порядок. Огурчики так более-менее выглядят. Сейчас все полью. Так, кураж. Кураж посадила. Сейчас посмотрю, есть где-то всходы, нет. Но тут еще мало прошло времени. Кстати, вот, есть один. Выскочил. Досаживала. Вот тут вот тоже один вижу. Чуть-чуть начала. Вот которые давно посажены, 5-го. Они уже такие побольше размеры. Все, друзья. Побежала я. Переоденусь и буду все поливать. Сейчас даже сразу положу планшет и полью те в ящиках томаты. Потому что там водичку взять неоткуда. Вот смотрите, ушки. Ну вот это вот совсем безобразие. Видите, что творится? Что творится? Тут даже, знаете, от морозов спасли. Теперь от жары погибают растения. Но будем надеяться, что они восстановятся. Посмотрим. Все открыла на распашку вон двери. Сейчас будет им легче. Вот чем занимаюсь. Сейчас буду разводить циркон. 8 капель на 2 литра. Емкость для опрыскивания. Это против жары, когда солнце печет от лучей солнечных. А эпин от холодового больше стресса. Ну, можно, в принципе, и тем эпином побрызгать. Но у меня все там зажарилось, заживо они все подпеклись, нижние листочки особенно засохли, шуршат, как сено высохшее. Сейчас вот наберу из бочки воды, тут вот водичка такая, тут немножко пыльца от яблонь, не пыльца, они еще не цветут, так вот почище сделаю в сторонке. Это. Наберу такая тепленькая, приятная водичка, я не знаю, градусов 35 может. Наберу отсюда 2 литра и 8 капель капну. И пойду прыскать на моих страдальцев. Thank you.
нужно 2 литра. У меня получилось больше. 2 литра. Еще чуть-чуть нужно отлить. Перелив получается. Ну вот, сейчас 2 литра. Еще чуть-чуть. Мне кажется, сейчас сам готов. Вот по отметочке сейчас буду капать. У меня здесь лежит пипеточка специально в пакетике, в каждом випине и в цирконе. Вот такие пипетки. Вот уже тут его чуть-чуть осталось. Ну, мне 8 капель нужно. Я думаю, что я наберу. Тут 8 капель больше еще останется. Восемь. Ну, тут еще чуть-чуть добавила. Ничего страшного, я думаю, не произойдет. Надеюсь. Можно, кстати, я чуть-чуть подолью водички, потому что я капнула не 8 капель, а 10. И я чуть-чуть добавлю водички сейчас. Вот так вот. Прямо из бочки сейчас. У меня получилось побольше, как раз на 2 капельки. Так, сейчас пробный. Ой, пробный выстрел. Ну-ка так. О, сама то. Мелкая сделала распыление. Ой, ничего, она нажала. Мелкое распыление. О, отлично. Так, это я пока ветром не удула. Положу в карман. Но ветра сегодня нет. Очень хорошая погода. Сейчас пойду прыскать. Друзья, что это такое творится? Если морозы мои посадки не убили, то чуть жара не погубила. Они у меня чуть заживо все не сварились. Пройду по несколько раз. Вот этим цитроном опрыскаю. Все время забываю, цитрон или цитрин. В общем, от жары, от стресса теплового. А я сегодня приехала, это, ой, мама родная, там что творится. Нижние, вот кое-где я уже пообрывала, некоторые подвязала. 2 помидорки вообще свалились. Вон тут, видите, тут и бросаю. Никуда не буду выносить, пускай в качестве мульчи будут. Вон накидала нижние листочки. Вот так вот пройдусь. Петунии были отцветшие. Их убрала. Тоже попрыскай. Жара немножко пошла на убыль. Открыла теплицы. И все равно мы приехали в обед. Ниже 45 не опускалась. Сегодня безветренная погода. Плохо отсюда жара выдувалась. Не было ветра. И вот только что сейчас уже солнышко близится к закату. Немножко до 35 в теплице она начала. Вот сейчас только что смотрела опускаться. На ночь оставлю приоткрытые форточки. Утром встану, открою все настежь опять. А ночью пускай с форточками приоткрытыми. Все равно тут такой жары дикой не будет. Такая была в наглухо закрытых теплицах. Смотрите, что творится. Только и спасай свои посадки. То от холодового стресса,
то от теплового стресса, то от медведок, то еще от каких-то болезней, напастей. Это вообще, вот смотрите, чего это такое. Только они начали приходить в себя после морозных ночей. Сейчас вот сколько мы ночевали. Мы уехали в воскресенье домой. Сегодня среда. Мы приехали, и все эти дни стояла жаркая погода. Я в городской квартире все выглядывала на улицу, на небо. И радовалась каждому облачку, которое, возможно, когда по небу плывет, затеняет мои теплицы хотя бы на какие-то мгновения. Но вчера вообще облаков не было, как назло. Небо было голубое. Если бы другая бы была ситуация, я бы, конечно, такому небу чистому радовалась, голубому. Но тут уже, знаете, совсем другая история. Вот так вот все. Эти начали оживать немножко в ящиках. Сейчас, возможно, повысаживай на улицу уже под дуги их. И завтра довысаживай. Посмотрели где-то дней на 10 погоду. По-моему, все, погода неплохая. И ночью уже стали больше 10 градусов тепла. Там 13, 14. Вот такие ночи. Днем вообще в отдельные дни, можно сказать, для нашей климатической зоны жара наступает. Мы же не избалованы температурами-то очень высокими. У нас даже северные платили. Сейчас в курсе, платят. Это осталось доплата или нет. Северный коэффициент какой-то считался. Вот. Возможно, что и нет. В основном все сейчас частники. Там уже, знаете, свои порядки. Как говорят, в каждой избушке свои погремушки. Все свой этот кодекс придумывает рабочий или как это. Вот. Но с Турции так и не взошла пока. Может, она заживо сварилась тут. Семена просто еще горшки-то темные, не белые даже. Плохо не отражает свет. Но я прочитала на упаковке с семенами. Она всходит 10-14 дней. Возможно, что еще и не время. Как-то вот так. Жду, попожду. Попожду. Никак не нуждусь. Все у нас как-то не очень удачно складывается с нашими посадками. Сейчас вот схожу еще в другой теплице. Перец опрыскаю. И огурчики немножко. Зашли почти все. Даже те, которые я досаживала, кураж. Но они-то, правда, там половина еще зашла. Побольше даже. Чуть-чуть показались из земли. Такие росточки открылись. Ну, вылезли из земли семечек еще. Даже семидольные не раскрылись. И не везде их полностью видно. Сходы. Но уже есть. Вот на огурчики попрыскаю. И, скорее всего, у меня еще останется раствор. Тут же экономично распыляют, как туман почти. Очень такое мелкие капельки. И вот этой емкости хватает на много. И приду еще второй раз. Пройдусь по-хорошему везде. По стебелькам, по листочкам. Где-то и присяду, и с нижней стороны листочка попрыскаю. Чтобы лучше им было жилось. Сейчас, друзья, подкачаю эту крыску и пойду. Ой. Так, ну-ка, стоять. Не падать. Одной рукой, друзья, снимаю, другой работаю. Не очень удобно, конечно, это вся процедура. Вон нор, сколько от медведок уже, видите, вот что. Нынче я уже изловила 3 штуки, 3 медведки и уничтожила норы. Все равно их полно. Но они, если отраву эту приели, как бы мое наблюдение. Смотрите, какая зашла красота. Они меньше жрут
культурные посадки. У них, видимо, наступает отсутствие аппетита. Вон муж тележку компоста привез. Сейчас буду садить, добавлять в муки компост. Еще хочу кабачки тоже семенами нынче. Что-то так прошло. Время не посадила дома все. И даже горшочки купила торфяные. Все хотела посадить кабачки для раннего урожая. Хотя, чтобы пораньше. И все так, и время шло. Я, видите, еще успешу уже не та. А я начала водиться с малышом. Ну как, уже с Нового года мы водимся. И меньше времени дома. Да и приходишь, устанешь там, пока отдохнешь, что все. И уже ты не так свободен во времени. Соответственно, свободного времени меньше. И меньше делаешь всяких других дел. Я от этого не страдаю, не горюю. Все наши дела достанутся нам, и мы их сделаем сами. Никто за нас не сделает. Вот, смотрите, немножко он стал оживать. Открытые двери. Солнышко садится уже. А то пришли, когда приехали, я оттуда бегом. Там вообще ужас. Ужас ужасный. Сказать, что ужас, это ничего не сказать. Все сварено. Можно почти до конца сказать. 5 минут до окончания варки оставалось. Я успела заскочить последний вагон. Сейчас посмотрим. Так, поставим. Тут вот смотрите, еще сколько показывает. Открыты обе двери нараспашку. И все равно такая вот жара. Но это не то, что было. Там реально я открывала эту теплицу, когда мы приехали, и меня сшибал горячий воздух прямо с ног, даже дыхание перехватывал. Я не вру, честное слово, тут не знаю, сколько градусов было. Полностью повторяет эффект, когда заходишь в парилку, открываешь дверь, и там вот уже и еще кто-то там, люди, кто горячо парится, уже подбросили там этого парку, и все, и вот в такую вот парилку. Не ту, которая начала остывать, или там, а вот именно точно такой же эффект был, когда я заходила. Вот этот горький перец тоже все у него было. Листопад с зелеными только листьями почти выглядело так растение. Сейчас, смотрите, листочки уже ожили. Я обильно его полила. Это растение. Вот сейчас все обработаю. Сегодня все равно день приезда какой-то. Он такой сумбурный. То все. Завтра уже более такие дела буду делать, в которые углубился. Отрываться не хочется. И посадки надо еще продолжать. Высажено не все. Эти же помидоры. Потом нужно еще свеклу, кабачки, салат, петрушку. Там репа. Чего только нет, которое нужно еще посадить. Так вот. Друзья, не знаю, кто как борется с этими муравьями, которые... Так, простите за выражение, Надика лезут в петлицу, где им не рады, и пытаются построить свои дома. Вот тут, не знаю, кто как борется. Вот, смотрите. Мне нравилось, знаете, как делала одно время. Но это все равно не так эффективно, как я перешла на более такое средство. Я делала соду пищевую и пшено, ну, крупа вот эта цыплячья, смешивала и насыпала, где они бегали, где вот на муравейник все, и немножко как бы его разоряла, пошевели его этот муравейничек, они забегают, засуетятся, и я вот эту смесь из пищевой соды и пшена туда насыпала на поверхность. И они, знаете, у них какой эффект? Они такие, раз, они же спасают свое потомство. Там вот эти яйца, муравьи, там все. И они такие, бежит он там, ну,
как бы спасайся, кто может, хватает там эти яйца. И он так раз эту пшено увидел, затормозил, в ступоре стоит такой, на него смотрит. Потом потащил его, ну, спасать куда-то там все. То есть в панике, в такой, они даже не понимают. Вот это тоже эффективное средство, но когда они массово лезут, такое чувство, что со всех участков сюда ползут и делаются теплицы. Я развожу, у меня вот сейчас опустила одна баклажка такая 5-литровая. Набираю воды, в садовом магазине покупаю карбофос и развожу в этой воде. Во, я сейчас дырки так вот, их туманом там, эти огурчики, вон они уже, видите, такие вот. Вот сейчас так вот прям что-то все равно на них попадет. Колпачки я сегодня уже снимала, потому что я там полила тепленькой водичкой эти росточки. Видите, вон они все там сидят. Вот это вот кураж, который я досаживаю. Сейчас не могу навести. А, вот он. Вот смотрите, он уже из этой оранжевой оболочки вылазит, выходит. Перед отъездом я досаживала тут, потому что было большое пространство. У меня Клавдия ни одно семечко не взошло. 7 семян было, ни одно не взошло. И вот я досадила кураж. У меня было видео, они были в покрытии, в таком оранжевом. Вон, видите, они уже выставляются. В воскресенье уехали. Я посадила в воскресенье утром. Сегодня вечер среды. И вот они уже, вот это показывает, что семена всхожи. А там чего, сколько? 10-9 дней я ждала. А чего ждать-то? Клавдия-то не взошла. И всего делов-то. Жди ее, пожди. Как говорится. Сейчас вот это все сделаю. Вот. Так вот. Вот тут какой-то даже в этом выскочка. Почему-то вот так выглядит даже. Не знаю, что это. А вот тут вот. Вот тоже. Вон там вот беленькое такое. Мне тоже кажется, это вот петелька уже выходит. Этот кураж. По-любому это он. Я его не тревожу. Вот тут вот. Смотрите. Тоже кураж. Видите? Вот и они схожи. Это семена. Так их сразу видно. А там надеяться не на что. Сейчас вот это все обработаю. Сейчас покажу, как выглядит огурчик, который у нас взошел самый первый из посадок. Когда посеяла огурцы, ждала их. Не взошел ни один. Сейчас покажу первенца. Вот этот огурчик я запомнила, он четвертый от дверей ряд, ну как идет. И вот он в такой, тут тесемочка на этой. Вот он так выглядит. Нормально смотрится. Серединка уже начинает подрастать. Как дальше? Тоже вот. То от муравьев, то от медведок спасаешь еще. Как мы будем все. Стала вот траву, которая начинает снова расти, выпалывает, тут бросаю, типа мульчи. Раньше в ведро складывала, а сейчас думаю, зачем? Вот вдоль бруса где-нибудь у стен. Как мульча, пускай лежит, она высыхает. Потом дополнительное удобрение. Вот сейчас карбофос разведу. Вот этот в 5 литрах воды. Вот этот пакетик 60 грамм надо в 10 литрах воды. И пользоваться я разведу в 5. И у меня в теплице будет стоять. И там наносить кисточкой или пульверизатором. А я буду, где увижу дорожки, или они начинают строить муравейник. Ну, конечно, не рядом с растением. Они обычно у стены где-нибудь там. Они сами не рядом с растениями-то обычно строят. Я беру белое ведерко. У меня там есть. В него зачерпываю где-нибудь полведерочка воды. То и больше, и добавляю вот этот уже готовый раствор и туда полью на их дорожку. Они хорошо уходят. Написано от рыжих домовых, от черных садовых муравьев, а иначе
все средства, которые народные, все они неэффективны. Вот не знаю, почему я не нашла. Вот три раза пересмотрела, или я такая невнимательная, или что-то. Класс опасности не указан на этой упаковке. Я не нашла. Не знаю, или я не туда смотрела. Обычно пишут там первый, второй, третий, четвертый вообще мало опасен. Так, не опасно. Тут ничего не сказано. Там написано меры всякие, предосторожности, в случае попадания там в глаза, на кожу, еще что-то там, как действовать. А класс опасности не указан. Не знаю почему. Вот сейчас растворю и этот раствор поставлю в теплицу. Она у меня одна такая, но две теплицы, где завелись муравьи, туда и переношу и действую, потому что иначе они замучают вообще капитально. Еще с ними надо борьбу вести там какими-то народными средствами. Да, тут угореешь. И малоэффективно будет. А, ну давай. Я пытаюсь сейчас на улицу высадить томаты, которые у меня, я показывала сегодня в плачевном состоянии. Дождались хозяйку, потому что было в теплице там 100 градусов, наверное, жары. И я уже на улицу в парнички высажу. Сейчас палки, опоры муж достал, сколько я просила. Не знаю, сейчас попробую успеть все сделать. Принес, показывал, чем палки заколачивать топором, обухом. Сейчас сделаем это. Друзья, пошла работать. Всем пока, до новых встреч на моем канале.